Погоди, ты собираешься изменить Кейт? Ну, это не совсем измена, Арни. Это глубже. Может, я плохой консультант по семейным делам, но послушай меня. Легкий флирт – это одно, но не надо, не нужно играть с огнем, верно ведь? Хорошая жена – это очень суровый кредитор. И если вложишь в другое место, закроет тебе счет. Навсегда! Понял?